привет! Рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья, и это видео снимаю. От Ольги Смирновой поступил запрос по поводу моего мнения о трех основах, которые есть в компании Oriflame. Это тональная основа из серии Very Me из молодежной серии, это основа из серии The One, и это основа из серии Giordani. Ну, давайте будем разбираться о каждой в отдельности и сравнивать ее, и говорить о ее плюсах, минусах и мое мнение об этих трех продуктах. Ну, начнем по возрастанию цены, так скажем. Из серии Very Me это вот так выглядит основа. Она из трех этих наиболее доступная по цене, поэтому давайте начнем сравнивать. Вот выдавим небольшое количество, и что я могу сказать? Если сравнивая ее с тремя вот этими основами, она наиболее самая жидкая. И вот она вот белая, вот видите, и она более жидкая, и такая у нее консистенция, немножко какая-то, на мой взгляд, какая-то липковатая, видите, при нанесении она белая. Ее надо вообще мало-мало-мало, потому что вот даже я ее наношу, и она все равно абсолютно как-то, вот, не знаю, не стирается. И не сильно быстро впитывается на руке, это надо прям вот такими вот, не знаю, ну... Аромат приятный такой, как бы. Ну, вот она, видите, как бы, в принципе, она впитывается хорошо, наносится. Вот. И она будет хорошо, если у вас кожа, в принципе, сухая. Она будет хорошо увлажнять, и на нее будет хорошо наноситься тональное средство. В принципе, это неплохая основа, стоит ее рассмотреть, потому что у нее, во-первых, цена доступная, экономичная, у нее такой дизайн, в принципе, простой, она компактная, и в сумочке с собой ее, в принципе, удобно, и в руке она вот хорошо. Ну, для меня, в принципе, она неплохая, но есть и лучшие основы, если мы начнем дальше сравнивать. Посмотрим теперь на основу под макияж из серии The One. В принципе, тоже такая хорошая. Ее даже можно будет в дальнейшем разрезать, как я это делаю, чтобы весь продукт использовать до конца. Здесь получается 30 мл, здесь я вам не сказала. Здесь у нас тоже 30 мл. Вот, посмотрим на нее. Также нанесем небольшое количество на другую часть руки. Вот мы ее выдавили. То есть она по консистенции чуть-чуть поплотнее. Тоже, в принципе, при нанесении она такая белая. Но мы в любом случае основу мы наносим. Редко кто наносит пальчиками. В основном наносим мы спонжиками. Видите, она как-то более такая, у нее более плотное нанесение. Но я думаю, это создано для того, чтобы как бы для кожи, вот если я не сильно ее буду распределять, она в принципе, смотрите, она впитывается в кожу и начинает рука приобретать цвет уже лица. Она будет хорошо матировать, если у вас есть какие-то покраснения. То есть она не то, что будет матировать, она будет эти покраснения больше как-то выбеливать, больше делать ровно. Видите, она как бы по-другому немножко работает, потому что все-таки у нас серия Very Me — это серия, направленная на молодую кожу. Серия The One — это серия, у нас линейка для разных возрастов, так как и для молодых, и для более старших женщин в возрасте. Видите, она будет хорошо, в принципе, заполнять поры, если у нас расширенные поры или у нас как бы есть какие-то покраснения на коже. В принципе, хорошо, видите, она как бы стала рука белее, высветлилась у нас как бы кожа, и поэтому у нас можно уже наносить тональную основу, и будет это хорошо, эффект на руке, чувствуется увлажнение. Аромат, просто нейтральный классический такой аромат, без всяких каких-то либо компонентов отдушек, даже вот здесь есть какой-то компонент отдушки и аромата, вот. Ну, давайте перейдем к основе из серии Giordani. Здесь уже, конечно, это из трех основ самая дорогая основа. Здесь, во-первых, матовый флакон стеклянный, здесь крышка, здесь дозатор. Вот, поэтому вот такая вот основа, в которой у нас 30 также миллилитров. Вот, ну, смотрите, какая. Ну, конечно, красота. Это, конечно, уже
даже от того, что держишь вот этот вот флакон в руках, испытываешь, ну, вообще положительный восторг и вот эмоции. Так, ну вот у нас осталась вот здесь вот часть руки, которая у нас еще. Вот так же, видите, консистенция у нее белая. Она более плотная, вот рука наклонена, видите, она не сильно течет, как бы, да, более плотная консистенция. Аромат вообще нейтральный. Более поплотнее она. Ну, сейчас нанесу, будет видно, и мы рядом, мы их прям сравним, хотя здесь косточки на руке. Но хорошее увлажнение, хорошая она такая, как бы, видите, она почему-то на коже при нанесении, смотрите, становится более как бы прозрачная. Если вот здесь вот у нас нанесена вот до сюда, вот это основа из серии The One, здесь у нас основа из серии Giordani. Она вот еще не до конца как бы впиталась, и она при нанесении становится более такой как-то прозрачной. Белесость быстрее уходит, у нее прозрачность какая-то добавляется на коже. Да, кожа, увлажнение чувствуется. Про аромат мы уже с вами сказали. Вот, видите, как бы, вот у нее такой эффект на коже получается. Больше прозрачности, дает сияние. Здесь матовости больше добавляется и высветление. То есть здесь, видите, какое-то как бы, чтобы сияние, потому что серия Giordani все-таки направлена на возрастную кожу. Это у нас люксовая серия, как бы, да, для женщин уже взрослых, состоятельных. И им, чтобы было вот эффект какой-то молодости и сияния, здорового лица. И видите, как бы, вот она разница и есть. Если здесь у нас кожа такая осталась белой, более выбеленной, то здесь она у нас уже какая-то, видите, сияющая кожа, поэтому это очень интересный эффект. И вот в этом, конечно, и есть разница в этих основах, которые есть в компании Oriflame. Поэтому, если первая, которую мы смотрели из серии Verime, она для молодой кожи, она такая даже с ароматом небольшим, и она более жидкая, то из серии The One эта основа более плотнее, и у нее, видите, какой эффект выбеленности. А основа из серии Giordani, она дает блеск и сияние кожи. Вот в этом и разница в этих основах. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, участвуйте активно в жизни канала, задавайте мне вопросы, присоединяйтесь в соцсетях. И если у вас нет возможности приобретать продукцию, как у меня, со скидкой 20% от компании Oriflame, пройдите по ссылочке, которая есть внизу, и у вас появятся точно такие же возможности приобретать продукцию от компании Oriflame для себя, для своей семьи дешевле. Всем пока-пока!